За последние 10 месяцев рост преступлений несовершеннолетних зафиксирован сразу в нескольких районах – Калининском, Тимашевском, Крымском и Темрюкском. Чтобы исправить ситуацию в крае, необходимы дополнительные меры, считает Вениамин Кондратьев. По мнению губернатора, нужно улучшить качество соцслужб, ужесточить контроль за детским законом. А задача глав муниципалитетов – способствовать созданию новых спортивных площадок, а также секций и кружков. Мы на самом деле абсолютно недооцениваем ситуацию среди преступности среди несовершеннолетних. У родителей руки не доходят, и у нас не доходят. Дети начинают расти на улицах. Необходим индивидуальный подход каждого. Соцработника, воспитателя в детском саде, учителя в школе. Индивидуальный подход их и каждому ребенку. Наше равнодушие к этим подросткам обернется, я еще раз подчеркиваю, их равнодушием к нам только завтра, когда они вырастут. А сегодня мы как бы пробегаем мимо этих проблем. Многодетных семей, трудных подростков, мимо роста преступления среди несовершеннолетних. Пробегаем и думаем, нас это не коснется. Коснется. Эти дети вырастут. И рост совсем другой преступности у нас уже будет. Совсем другой преступности. На повестку краевого совбеза вынесли также вопросы очистки заиленных лиманов, контроля за оборотом продукции из рыбы. Эти поручения Вениамин Кондратьев давал Министерству природных ресурсов края еще на предыдущем совещании.